болельщиков Ювентуса, естественно, родные лица. Джиджи Буффон по-прежнему играет. Ждем его на чемпионате мира в России непременно, чтобы хором с ним. Это моя уже личная мечта — проорать Буффонище. Но для этого Италии нужно попасть на чемпионат мира. Тоттенхэм атакует через получивший ушиб Трипьер. И в 1-0. Великолепный гол. Харри Кейн на 10-й минуте. Обошлось без Буффонища на сей раз, потому что отбить такой мяч было невозможно. Великолепная атака. И Трипьер здорово заменяет Уокера на правом фланге. Комбинация была хороша. Расчерчена из центра направо. Дальше обратно в центральную зону передачи. И Харри Кейн подтверждает свой статус одного из лучших бомбардиров Англии. Замечательный, конечно, кросс был с правого фланга. Отметим, что это все происходит против обороны Ювентуса, который в Лиге чемпионов...